Ваше мнение? Оно никому не интересно. Жители Батарейки озадачены запланированным точечным строительством. Вскоре на улице Ермаковского вместо баскетбольной площадки и подъездных путей будет красоваться очередной административно-торговый центр. Располагаться он будет на придомовой территории сразу двух пятиэтажек. Никаких слушаний с жильцами по этому поводу не проводилось. Их просто поставили перед фактом. Собрание жильцов не проводилось, согласие жильцов не спрашивалось. Каким образом была предоставлена эта земля в собственность комитетом по управлению имуществом города Улан-Удэ, нам неизвестно. Мы, жители, мы тоже имеем право на какие-то условия проживания, на чистый воздух, на солнце, при постройке которого здания мы солнце не увидим. В 2007 году на лакомый кусочек земли уже претендовали, однако тогда жильцам удалось отменить постройку. Сейчас, судя по всему, начался второй раунд. Жители уже написали письма и в мэрию, и в правительство. Мы же отправим этот материал в контролирующие органы и будем следить за развитием ситуации. А если вы считаете, что с вами обошлись несправедливо, звоните в редакцию АТВ по номеру 210873.